Начался сезон 21. Беготня, шумиха в СМИ. Очень трудно не сломаться под таким гнетом. А когда все валится из рук, начинаешь себя ненавидеть. Боже мой! Только представьте, чернокожий в NASCAR, в футболке с надписью «Мне нечем дышать». На мне лежит ответственность, по определению. Маски долой. Каков следующий шаг, Буба? На очереди флаг Конфедерации. Демонстрация флага Конфедерации на соревнованиях NASCAR под запретом. Перемены произошли благодаря единственному чернокожему пилоту в NASCAR. И это пинок в адрес всех тех, кто имеет что-то против. Буба был рядовым пилотом. Но вдруг в одночасье прославился. Буба и так себя не щадит, но в тот раз было совсем тяжело. И я признался, мне нужна помощь. Когда решаешь высказаться на этот счет, обратной дороги нет. Столкновение? Так что лучше не подведи. Я ничего не вижу.